Итак, 23 августа 2021 год. Наконец-то открыли зоопарк, отреставрировали. Сюда нам надо. А? Сюда нам надо. Тогда я хотел этих обезьянок снять. Обезьянки переселились поближе. Обезьянки, пережившие Вторую мировую. Здесь, в Харькове. Гектор, Роза и Дейзи. Памятник посвящается обитателям Харьковского зоопарка, спасшимся и погибшим в суровые годы Великой Отечественной войны. Ладушки, пойдем дальше. Ух ты, там что-то живое есть. Медведь. По звуку похоже на работников зоопарка. Нет, это просто что-то упало, я видел. August 23, 2021. Харьков. Открыли зоопарк, пока только частично. Ну, то есть с ограничением по посещениям. Но тем не менее. Так, я пока не видел ни одного животного. Там он, макаки. Макаки были? Ага, вижу сову. Красавица. О, какая красота. Бэмби, как сказал Снега. Собака. Вон, я вон, они за забором. Это они. Пошли, сына. Ну, сцена вот это у нас, все красота. Куда? Это на какую? На ту вещь деревянную. Я такой ломбак. Искусственного павлина. Ты посмотри, что у нас искусственно. Так, ну хорошо, будем посмотреть. 23 августа 2028 год, Харьков. Открыли такие зоопарки. Так, это у нас 23 августа. Харківського зоопарку!
Унікальний, перший в Україні і найстаріший в Європі заповідник. Найстаріший в Європі, нічого себе. Тисяч видів тварин. За свої 126 років він став одним з найцінніших об'єктів природно-заповідного фонду країни. Ну, в общем, все красиво. Гостей справжньою мрією. Оновлений, повністю перебудований, сучасний і дуже комфортний для мешканців Бали. Хай світова неодмінно стане перелиною міста та всієї країни. Да, довго ми ждали, поки його реконструювали, что правда, то правда. Ну, слава Богу. Ой, сынок, лет 5 так точно. Я последний раз здесь был, когда здесь была какая-то проблема с кормежкой животных. Попросили помощи, и сюда ринулся весь Харьков. Тут морковок всяких этих, осторожно, КАМАЗами вывозили. Ну, тракторами, имеется в виду. А? Пошли, смотрим. Озерцо снимем. Что? Ой, господи, ну я знаю его латинское название, но неприлично его на камеру называть. Хотя совершенно бородавочник, о, пускай будет бородавочник. Пумба. Пумба. Ну, латинское название совершенно неудобоваримое для русскоязычного уха. Это ж хорошее выражение, русскоязычное ухо. Ладно, а потом пойдем посмотрим, где там еще что. 23 августа 2021 год. Пока мы видели только кого там? Бимба, Пумба. Как этих? Оленятка были. Как их? Бэмби, елки-палки. И вот гуськи. Птички. И мартышек. Ну, они... Так, 23 августа 2021 год. Харьков. Открылся зоопарк в Харькове. Частично. И это у нас козлы, бараны. Что это такое, сынок? Они бараны или не принципиально? Рогатые парнокопытные. Не гурман? Ну пошли, посмотрим, должно быть написано. Сынуля, пошли. А, хорошо, ну давай уже запишем хотя бы. Первый дубль. О, Стоунхендж сюда перенесли, ты видишь, удобно. И посмотри, какой жираф замечательный. Я думал, это игрушка стоит. Нет, настоящий жираф. Открылся зоопарк. Опа, спрятал голову в вылушку, как страус писал. А кто у нас там? Пошли посмотрим. Представь, он 5 лет людей не видел. Думал, что он на необитаемом острове живет. А тут бака открыли. Ну а это, видишь, уже вырос сурикат. Перекормили сурикат. 23 августа 2021 года в Харьков. Тут, наверное, океанариум, лохнесское чудовище будет. Не, это холл отражение. А, не может быть. Ладно, пошли. А, понятно. Что у нас здесь?
Дверь? Ох ты, так тут львы. А ну, сынок, держи штатив. Ты же за стеклом. А то получил бы хорошо. Ты видишь, как она спокойно отключила? А меня сразу поговорить захотелось. Ты же мой золотой или золотая львица, наверное, да? О, он тебя гладит, он тебя гладит. Или она тебя гладит. Спасибо. Потяжите мне спинку, пожалуйста, пошли. Она под носом трется. Со спины нападает крыса. Да она тебе спинку почесать хотела. Да. Видишь, вот ты устал. Интересно. А, стульчик. Ох ты, боже ж мой. Ничего себе. Это прям как я в пятницу. Пошли. 23 августа 2000. Да. Но его можно понять. Посмотри, сынок. К нему не надо, но это же надо. Крокодай. Ее зовут Вера. Вере 64 года. Ох ты, она выглядит лучше, чем я. Все выглядит лучше, чем я. Не, ну если бы меня долго в воде подержали, может, я тоже так бы хорошо выглядел. Сохранился, так сказать. Так, 23 августа 2022 год, Харьков. Открыт нарешті. Запах харьковский. Пошли с это яйцо тираннозавра. Глянь. Что было в начале, курица или крокодил? Яйцо, яйцо или крокодил? Курица или крокодил? Так, пошли дальше, сыны. Так, тут пока никто не живет в зоопарке, кроме посетителей, я так понимаю. Но уж больно живописный уголок. Сынуля, он говорит, вот бы нам во дворе такие, как это, что это? Площадка. Площадка детская, да? Жить бы тут, но хотят от солнца. Ну, солнце, он и вода. А ну, отойди в сторону, сын. Там уже на бутылку бросил. Две. Ну, животные тоже пьют. Мне интереснее всего, что за чудовище тут выпускают, поэтому... Ну, не выпускают, видимо, будут выпускать по этому коридору металлизированному, совершенно футуристическому какому-то. Ну, это для тех, кто по воде. Наверное, это королевство ходить. Обезьяны учреждено. Остров обезьян, планета обезьян. А они через водные преграды не перебираются, что ли? Ну, пока их нет, не перебираются. Ладно. А там у нас что, слоник, да? А вон я вижу слона, ну, статуя. Статуя, памятник. Памятник слона, запомнил слона. 23 августа 2021 год, Харьков. Открыт.
Мне такая штукенция солетет. Такая штукенция приснилась. Питон, наверное, не знаю. Ты такой, только маленький, да? Да ну как маленький. Хватает, по-моему. Не, ну конечно, они там бывают какие-то до 5 метров. Да этот, кстати, тоже 3 метра. Ну да. Это он так свернут в клубочек. О, не черепашки. Еще даже надписи нету, ты видишь? Ну, то есть продолжается реконструкция. Черепашки. Это камешки. О, а вон тебе эти лемуры фериката. Мне нравится этот зверь, пожалуй, хочу себе его домой. Что это такое? Вот именно. Беги, опа, там, беги, опа. Где? Ох ты! Как он зовется? Лемур. О, а вот тебе крокодил. Ёлки-палки. На приеме у стоматолога. Не может быть. Где-то мне упорно ее. Посмотри. Да не может быть, неужели такое? Лежит такой без горла. Приблизь сам горло, попробуй разглядеть. Вот ты вот аларинголог, елки-мотал. Да я не знаю, я вообще без понятия, как они спят. Может... У него даже языка нет. Хорошо, сынок, ты прав, я с тобой согласен. Посмотри на его кожу, это же буквально, знаешь, как эти... Ну, понятно, по крайней мере, как это должно быть. Ой, у нас тут вообще раздолье. Осторожно. Утята. Ну это такой же, как у нас возле дома, в пруду. О, ты посмотри, какой у нас там фонтанище. Ниагарский водопад, целый. Люди похожи на нашу путешественницу, а я всегда, а кто тут живет, а кто тут живет, а кто тут живет. Это, конечно, Самара. Колонна, красота. Но животных не вижу. Ну разве кто-то через бортик перекинется. Ну, так, ладно. Это у нас слоник в зоопарке, 23 августа 2021 год. Харьков открылся наконец-то зоопарк. 6 гектар, говорят, у него площадь. Слоненятка. 5 тонн. Ну, взрослая особь, по-моему, 5 тонн весит. Да он рядом с тобой, этот самый. Читай, что там пишет. Должина тела 5,5-6,4 метра. Срез 3 метра. Зрезка и выше. Вага 3,5 метра. Хочу все разумно. Поедет 22 месяца. Ого! Тревали життя 50-60 рублей. Thank you.
Красота. Ну, ладушки, пошли. Бегемота прозевали, ты представляешь, что называется? Слона-то я и не приметил. Ой, какой красавец огроменный. Не жарко же ему. А вот там мы прозевали. В общем, мы тут что только не прозевали. Верблюда. Ой, бегемоту 29 лет. Слышу. Экскурсия. Слушай, блатная прическа у верблюда такая. Прям ирокез. Увидишь глаза? Сейчас запущу. Вот, смотри. Что-то... Это живые, да? Надеюсь. Ну хорошо. 23 августа 2021 год, Харьков. Открытие зоопарка. После длительной спит как убитый. Да не, ну он шевелился. Мы видели. Так, а вот эта локация, это просто какой-то квест для скалолазов. Тут нам подсказали, что это амурские тигры здесь будут жить. Ну, в общем-то, можно было догадаться. Огромные стены, огромная глубина. Мы сейчас на краю. Амурский тигр есть, но просто вольер еще не достроен. Да, мы сейчас на краю. Но он впечатляет. Давай, давай, я тебя слушаю. На краю сейчас, вон там он где-то медведь. О, смотри, откуда, там он будет. О, так я вон вижу какого-то, я не знаю, что это. Ну, сейчас мы рассмотрим. О, медведь. Это кто такой? Ну да, это медведь черный. Он как-то называется так, бойко. Черный медведь. Ямалайский. Слушай, он какого-то песика похож, честное слово. С такого переросточка. Они все похожи. Да, не поспоришь. И сова. Еще там есть олень, оленя посмотрели, енот. А, слышишь, а у нас-то он хищная птица. Смотри, серьезно, прям над зоопарком хищная птица летает. Вот тебе бонус, это бонус. Да, ну это, конечно, не МКС ловить на 27 тысячах километров в час. Но все равно, ой, красавец, что же это такое? Мам, ну тут такой же медведь, смотри, как тебе. Интересно. Ладно, то он нас еще сейчас поймает. А, кстати, смотри, орел. Смотри, орел. Да подожди, сыночек, сейчас я его тут поставлю, хоть штатив. А может, это он не летает? Да нет, ну там какой-то был. Да, тут глубины такие. Если кто-то высоты боится, туда, наверное,
Заходить не стоит. А я как раз хочу туда зайти. Особенно на такие платформы, которые держатся на бревнах. Сыночек, правильно ты рассуждаешь. Да, ну я надеюсь. Это декоративное бревно. На самом деле это из бетона. Иначе действительно да. Правильно. Пошли, пошли на тот мостик, с него снимем. Так, а здесь у нас уточки. Уточек мы вчера видели. Уточки у нас, да, как бы прямо возле дома. Так, информационная доска нам сообщает. Ни о чем. Ёльки-моталька, ну тут точно уже медвежатник. Или как это надо? Идем вон туда, смотри там. Прям нужно все. Пошли. Ну так нам вот туда и надо идти, так что посмотреть. А, ну а вон же и медведь. Давай я тебя пущу штативы, посмотришь. И посмотри, не он шевелился. Сейчас я пущу. Это же бурый. Штатив. На кабана похож. Да на собачка не стриженная. У меня такой пудель перекормленный был. Корги. Это да, как бы грязный хаски. Иди посмотри. Все, устал. Ну да. Устал, присел. Мишутка. Ух ты, о, глянь, я выдержку увеличил, посмотри, его четко видно. Он улыбается, что ли? Конечно, улыбается. Он думает, что тебе ему пожрать принесли. А что ты камеру-то двигаешь? Ты хочешь что-то рассмотреть другое? Ну да, вот, смотрю его со всех сторон. Еще ближе подвести. Ну точно собачка. Ну посмотри, собака собака. Сейчас подожди. Да, выше подниму камеру. Посмотри. Да? Морду видишь? Не, он отвернулся. Не, ну ты что отвернулся? О, все, все, поворачивайся. Да, как собака. Реально. Он вообще на какого-то кабана похож. Да, я, кстати, и подумал, что это какой-то... Кабан вообще. Ты мой золотой, да, точно, точно, пятак такой, как у кабана. Подмигивает мне. О, нет. О, нет уже. Да, тебе тоже. Нагнали мы ему аппетита. Да он одновременно и на льва, и на медведя. И на всех, и на жирафа тоже. А ну пошли, я посмотрю. С этой стороны. Ой. У нас получается. Да я понимаю, я просто хотел мизансцену снять. Это у нас получается в том валюте.
О, да мой красавец. 23 августа 2021 год. Харьков, открытие зоопарка. О, сынуля, иди посмотри, я его приблизил вообще. Ничего страшного. Ага. Так, вот это Лео. Прямо подошел. Как вот, 23 августа 2021 год, Харьков. Где там находится? Открылся зоопарк. Вот ты красавец, прям позирует. Спасибо тебе большое. Так, 23 августа 2021 год, Харьков. Последний, наверное, дубль сегодня в зоопарке. В открывшемся медведя мы тут не видим, но если локацию его... так, чтобы он был последним. Локацию его покажем. Впечатление, честно говоря, вообще прекрасное от зоопарка. Ну, у меня... Сынуля, тебе как? Нормально, да? Статуя крокодила, это ты молодец. Я принял крокодила за живого, а сынуля мне объяснил, что у живого крокодила пасть должна не только открываться и закрываться, и горло должно быть, а не только небо и язык. В общем, посещение рекомендую. Я был здесь в 2014 что ли году, когда проблемы, я уже говорил сегодня, проблемы были со снабжением зоопарка. И, конечно, преобразился он. То есть даже если локации остались примерно там же, где и были некоторые, но все-таки выглядят они совершенно иначе. А? Ты о чем? Не понял. Вид красивый. А, сверху? Смотри, этот фонарь улыбается. Как это? Ну, смотри, видишь. А, я понял. Так он зубасто так улыбается. Это просто хоть тестер Оршаха сдавай, что вы видите в этой картинке. Ну хорошо, давай. Финальным кадром. Кстати, да, где Бэмби? Они же здесь были. Застрелили. А что, по сказке их застрелили? Ну, по мультфильму так точно. Хорошо, маму. Давай последним кадром будет. Не Бэмби, а маму Бэмби. Против солнца снимать сову, ну, идея лучше прийти не могло в голову просто. О, вот за это тебе спасибо. Повернулась к нам сова. Тут последний кадр животное будет, а тут дубль в зоопарке без животных. 23 августа 2021 год, Харьков. Зоопарк после 5-летней, по-моему, реконструкции открыли. Очень-очень-очень неплохо. Дима!
Давай белого медведя сниму. Хотя бы. Как символ зоопарка на самом входе. Поздравляю Харьковича с днем города. Вот штук еще сегодня установили 102 метра. Тоже грандиозное зрелище. В общем, с праздником.